Ура, такие слюни, пиздец, страшные, нахуй. Там как ГМ зайдет, скажите, что мы еще до этого, до ласта трэш почистили, пусть работает. Там мы трэш все равно чистить не будем, только не, можно чисто по-братски попросить, можешь, пожалуйста, трэш убить эту команду? Ну, у нас была хуйня, понял? Мы в ВВК, когда чемпов убивали, сундука не было. Он говорил первого чемпа убить обязательно, типа, надо было, а потом он помогал. Типа, вот так мы делали. Что может быть такое, что мы сейчас будем одного короля пиздячить? Ну, возможно, мы его будем пиздячить, но нам в любом случае должны увеличить урон. Потому что даже убить одного, там, если он там не напрокает, то будем долго бить. Он их сам должен захуярить и нам оставить. Нам говорил, сундука не было, понял? Мы вот босса убили, сундука нету. Говорит, вот, одного убивай, первого, и потом помогал. Ни хрена себе, я не знаю, что произошло, но у меня такого низкого пинга уже давным-давно не было. Я бы для... Мы через другой вход пойдем. Сейчас все люди зайдут и появится брат. Не надо, пожалуйста. Блять, какой вчера пинг охуенно было, когда вас, ну не вас там, когда 14 человек на синдре выкидывало, блять. Так охуенно было, блять. Сразу лаги пропадали, нахуй. Пинг, блять, 15 просто. Вообще замечательно было. Ни фризика, ничего, нахуй. Ну, у меня все X3 было 80-100, сейчас 40. Максимум. У меня сейчас 18. Что-то делаю. Еще полутора, кстати. Еще полтора часа с магией. Блять, все бобусы не отвечают нихуя. Заебали нахуй. Не, дублировать тему, конечно, такое нахуй. Мне за это мут один раз дали. Я как-то психанул 5 раз, одно и то же снял, задублировал. Да, можем разродиться. Выходите в инст все, в принципе, уже все зашли. Все тут. Да его шуманули, пошли. Пошли тебе. Я сейчас их все выведу, нормально. Че, мы бить будем, что ли? Не будем убить, нахуй. Ну, вы зачем зашли? Шмот разрони. О, просмотры один. Кто-то уже посмотрел из пидорков. Ну, ну-ка. Да я. Сразу спалили. Пояс, надо кому-нибудь делать это? Садись. Что-то, блядь, нечестно, блядь, у меня Спасибо. Один только. Кому не надо, понял, дальше там. Сверчок. Ебать, он теперь нажимается, что нах? Я в рейде или нет? Да. Ну то я ничего не вижу, мне ничего рейда нет, не разрывал. Абориген тоже вершит. Ну там сверчок кинулся. Че там ролик кто-нибудь? Девиан 10. О. Что там забрал? Не, нахпало говно. Сейчас я в регион обратно зайду, у меня зависло все пиздец просто. Ну, отлично. Блин, тут какой-то гоблин нахуй на месте бегает. А, это он ничего. Так, а друид у него... А диск он что ли, блять? Не. Да.
Нет, меня выкинул. Не знаю, что там по ставкам, вы еще ставите или что? Там на 200 остановились, девиант. Окей. Так, слушай, друид этот, он же у тебя сова, нахуй. Или я что-то путаю? Он рутру. Для второго рейда он рутру, у нас рутру постоянно. А, я понял. Девиант, девиант. Пост. Да, конечно, прикол бис, блядь, это точно. На Африка разве что сойдет. И то не очень. Майклаб, давай, блин. Хорошо. Они что там охуели? Три просмотра и нихуя не отвечают, нахуй. Это я смотрю. Они боятся уже отвечать, нахуй. Весь форум хуесосит их, блин. Нет, не сворачивай. Ну, потому что, типа, они палятся этим, то, что вот просмотр, нахуй. Потому что в этом разделе только админы могут, ну, читать. Даже, ну, типа, у кого випка есть, они не могут, ну, заходить в этот приватный. И нихуя не отвечают. Вот уёбки, блядь. Может, у них лагает? Ну-ну. Я, допустим, в рейд зашел, а стоим на месте, у меня пинг 20 тысяч. Оно попустит, оно по регионам лагает. У них же сервера на регионы. Так, токен теперь, поехали. Абориген дает 5к, я просто не вижу чат, вообще ничего. Там 6 уже. 17. 7, 8. 9. 10. Вот закал вроде как я. Подожди, дай гляну, в каком я вообще? Ну я так... Давно столько токенов не уходили, много. 11, нихуя себе. Больше нету. 3, 1, не, ну ничего, после 10к ставка касальных. Ну ладно, 500 хуй с ним. Такая у тебя же 12к. Ну, блять. Знаешь, как бы хочется что-то еще полутать, но... Ничего, блин. Плюс. А можно мне так же? Плюс. Да, как бы. Проебался, нахуй. Так и шо, может по чуть-чуть бы били, чешо? Честно говоря, они охуели, долго слишком не отвечают. Ну, так давно они никогда не отвечали. Совсем зажрались. Они устраивают просто совещание о том, как сделать. Нахуй послать, проигнорить или помочь. Блять, мне за это мут нахуй давали, ну ладно, хуй с ним, сейчас я еще вообще ебану нахуй. Да не надо, они из-за этого на принципе. Да мне похуй, пошли они нахуй, пидоры, блять. Сейчас еще и вообще захуярю. Где этот, блять, привод? Поддержка. Подожди, пока немножко поломать. Надо подождать, пока не очень поломать.
Подожди, пока продумывай. Это типа нормально, что... Я тебе серьезно говорю, у меня тоже такое было, что, ну, блядь, просто мне теперь... И у тебя пинг будет висеть в нуле. Бля, я не знаю, я думаю, не слышала эту схему. Стойте, стойте. Я курить пошел. Ну, блядь, сейчас ну, бля, я буду за желтый джагу тебя. Достаточно. Блять, я пропустил, ладно, похуй. Да. Сука, редактировать же нельзя, да? Если прошло 5 минут, название. А тему не знаю. Блять, я мягкий знак пропустил. Ну ладно, похуй. Ну из-за этого, типа, не принимаю. Проебать. Это уже вторая, блять. Да, мягкий знак проебал. Да из телефона просто. Не игнорьте. Да, мягкий знак проебал, блядь. Позор. О, что ты ответил? Стоп, нахуй, или это так какой-то? Это я. Ай, блядь. Чтоб Канэ с ним ходила, блядь, из этих говнофирусов. Типов, блядь, ты... Короче, дизинфу въебал сейчас, нахуй. Я уже, блядь, думал, ответил кто-то, нахуй. ЕП, сними ему за это. Ладно, еще тикет захуярю, нахуй. Не дождешься, уже 30 минут жду. Там очередь 31 минуту. Какая нахуй очередь, блядь? Нахуй, там должен человек сидеть, тикеты нахуй отвечать. Очереди, блядь. Ну я написал
В 11, да. И нихуя уже ничего не... Что-то мне подсказывает, они ебашут вот так вот примерно. Что-то, блядь. Ну и этикета, вот, к примеру, так где-нибудь. Что-то мне подсказывает, они вот так это используют. Пидоры, блядь, ебаные. Я помню, блядь, за тикеты ебали пиздец, нахуй. Там иногда такую чушь, нахуй, спрашивают, это пизда просто. Есть, я не знал, что ты, ну, вот пока, короче, на одном сервере ГМО не стал, не знал, что... Есть такие люди, короче, дауны просто. Это прям, там вот реально дауны, блядь. На, типа как ты, кунка. Скажем так, любой, кто хоть когда-то работал в общепите, либо там каким-то оператором, он прекрасно знает, какие люди бывают. Не, ночью, когда спать ложились, и когда, типа, я ночью сидел в онлайне, я обычно так и делал. Просто закрывал нахуй сеть, эту хуйню, блядь. Лёша же сказала, мне надо помощь. Да. Блядь, придется гулять отопивать, что-то нихуя не отвечают, суки. А, слышишь, а вы куда писали? Эту хуйню надо в проблему с персонажем писать, по-моему. Кулка, хочешь, я тебе покажу? Какая? Причем здесь проблема с персонажем? В VIP-разделе такой хуйни нету. Понял, VIP-раздел. Все, не могу задать. Там куда ответил, смотрите. Не, ну просто я смотрю, в проблемы с персонажами отвечают им. А обычно у нас к этому времени уже никого нет. Все спят. Сейчас я зайду, посмотрю. В смысле, блядь, спят, нахуй? Что он пиздит, блядь? Ему просто лень прописывать команду. Какую нахуй команду, блядь? Ему просто нажать, блядь, этот... Блядь, уже забыл, как сумониться к человеку. По-моему, через АПП, нахуй. И ник, блядь, сумонится, ебать, и сюда прямо вниз, нахуй. Смотрит, открывает логи, нахуй, смотрит. Все, блядь, ничего сложного. Пишет, блядь, одну или две команды. Либо через демейдж, нахуй, либо через дай, нахуй. Ну, да, это просто убийство, демейдж, типа, уровень хп кого снимает. Либо рисованные билки, типа, всякой там хуйни. Там на выбор. Что у нас еще? Будет что-то происходить или нет? Ну, блядь, он отписал Левос. Сейчас зайдет, наверное. Ну, должен, по крайней мере, написал, что зайдет. А что ты мне показать-то хотел? Феникс не хотел после того, как... Да. Ничего не надо, начислишь? Да, блядь. Я пойду спать. Я тебе говорю, нахуй. Ну, можешь офать, только не ливай, Сирин. Да, я офнусь. Давайте, спокойной ночи. Спокойной ночи. Как он долго заходит, он чё там, блядь? Это пусть оно не пиздит, у вас был уговор нахуй на 2 недели. Так неделя нахуй прошла, блядь. Уже почти вторая нахуй прошла. Ну, в приватном разделе никто так и не ответил. Блин, ладно.
Так мы дальше не пойдем, я правильно понял сегодня? Да, сегодня уже не пойдем. Да. Ну я тоже спать пойду. Там за магией ко мне еще на, за замену начислишь, что батя говорит. Ну не ливайте, спать, офайтесь, и будет допронос. Хули делать? Придется. Допронос делать. Все, всем удачи. Давай. Да? Бля, на форуме уже тема заебали чисто. Неплохо. Что там у вас? Блять, сколько можно захватить, я не понимаю. Он там что, блять, покурить еще пошел сходить или что нахуй? В очереди сидит на сервере. Чай делает. Да какая нахуй очередь, блять? Там нет очереди никакой у них. У них же, блять, аккаунт, типа... Слева он, блять. Он же не донатит. Он может, он может заходить даже во время ребута, блять. У него випки нету. У него круче випки есть. Левел аккаунта. По-моему, лоял. Да, свободный, но типа, блять, надо зайдет, типа, зайдет он или нет? Да, надо себе не слушать. А тебе ничего не надо слушать? Нет. Ну что там, вам ответили, Кирилл? Ответил, заходит только полчаса, пацан, блядь. Ты за одни полчаса заходит. А что у вас вам работе точно делать? Тебе просто починить или что-то надо сделать? Если тебе просто починить, надо дохнуть. У меня есть все. У меня есть маунт, у меня есть джинс, у меня есть хламонт. Кого? Да. Морозилки. Да, я делала костюмы. Да. У нас до персы что-то оставалось 10 секунд, что такое. Ничего. Сейчас, подожди, может, в ПМ напишу кому-нибудь. У нас там паладин и бабл. А там не ночь, там этот Лиус, или как он правильно читает. Ну, общие саппорты тоже могут подойти же, правильно? Могут. Бля, все мои знакомые, они не в сети. Походу реально спят, потому что я чекнул, все не в сети. У них как-то неправильно на сервере, типа, если у них все спят, ну это типа бред, нахуй. У них по-любому должен какой-то график быть, чтобы условно один саппорт какой-то оставался в ночное время суток. У всех своя смена, да. Что-то конкретно, которых я знаю.
Типа у меня раньше всегда было 7 до 12, нахуй. Ну, бля, забыл, там такой дальше, да. Да, тут быстро админы работают. Так куда ты ливнул, блядь? ЕП не надо тебе. Ладно, давайте я вам хоть ЕП начислю, блядь. Стой, вернись, блядь, ЕП хоть нам, блядь. Ты с убийством или без убийства начислишь? Да, с убийством. Что ты можешь идти? Что, вам не зашли, ее? Ну, кто хочет, может идти. Блять, не он на приколе или что, я не могу понять. Ну. А ты видишь, может он в других темах отвечает? Ты это можешь посмотреть? Да. Наверное, нельзя посмотреть. Не, нихуя не видно, где он вообще. Кирюша. Что? А можешь помочь? Будет не занят пока. Как ему, блядь, написать, чтобы он не обиделся, блядь? Никак. Начинайте предложение с фразы «слышь ты». Доброго времени суток, уважаемая администрация. Я хотел бы обращаться по поводу нашей темы, Реально, напиши ему, мы еще что-нибудь спасем, у него шкаф поставим. Ладно, думаю, он так не обидится. Льюис! Льюис, охренеть, его давно не видел. Вот он в моем таргете. Ебас, не забудь про отражение, пошлите.
А, они спать ушли, или чё? Чем напишешь, Феня? Чё, осилим 6%? А подожди, он короля убьет, что ли? Нам надо жить, жить надо. Кто там мне в игре заходить? Или... Я помогу лишь с королем. Ну, как мы говорили, он увеличит урон. Он РЛ-ку забрал. Ну что, бахните, товарищ? Кого там нету? Он тебя засумоился? А друид может в этот хила спекнется сова, третья пати, который. У нас два хила тут только. Не, я мой эту присаманил. Да-да, мне прис просто говорил, что спать, он говорит, да-да, вижу, вернулся. Совушка, совушка, прыгни в бревно. А у него есть бревно? Ну, Дерри, госпекнись, пожалуйста, хила, если у тебя есть. Говорили, что есть же вроде. Дерри, гал. Давайте волка возьмем еще. Это хилит. Опускаемся, ей будет. Давайте на исходной становимся. Сразу. Волк хила. Ждите, только нет, не запульте. Нет, вот это. Ааа, дуга! Да, все-таки лицо поприкольно смотрится, как по мне. Не надо уже. Забей, волк хиля. Рыбу хавай быстрее, рыбахни за шаман. Пристабак, пристабак. Сейчас выкину спать те, которые махнуты. Я пытаюсь зайти, но у меня не очень получается. А, вроде получилось. Это кто говорит? Ботчик. Я вроде зашел, но как бы и не зашел. Херня. Ладно. Все. Короче, забираем также свои таргеты. Там 5 рублей. 300 баф, пожалуйста. Приставал, да, пожалуйста. 5, 4, 3, 2, 1. Все, поехали. А. Бам, бам. Топ 1 ДПС, Льюис. Кирдач. Все нормально.
А чего? Ну даже, блядь, ничего не пожелал, просто съебался. Че, может, спать ушел? Какой-то... А, архивы полутали какие-то сложные, охуенно. Сорванный ритуал. Ни одного охотника. Сила против. Вот, кстати, это ачивмент, это ачивмент нереально сложно. Охуенно, охуенно. Ой, блядь, это ачивмент, кстати, на маунт, по-моему, если не ошибаюсь. Мы будем делать когда-то маунт. Неплохо. Не, кажется, ну это... быстрее сейчас разролим, и все. Сейчас я... Так, этим я и поначислил. Сейчас скипну и вам еще накину за то, что остались. Чуть-чуть. А что, допронос будет или нет? Будет. Поиск, кому надо делать ставки. Кому не надо, и он чуть-чуть лучше моего. Чуть-чуть, буквально. Я бы Майклав отдал. Да, давай. Потому что, ну, а у нас был... загрузка. Майклава. Шлем никому не надо, наручи. Наручи на диск, как обычно, да? Мы завтра эту хуйню добивать будем, да? Да. Ну, с вулканом времени хватит, там, блядь, все равно с вулканом сильно ДПС не хватит. Там с рука убило сколько гильзий? 4, по-моему? Больше. 5. А, не, бля, ну, GD 6 где-то, вот так, 7. Ну, 6, ладно. Вы на сурке метку зеленкой ловили ДКшниками? Тут так можно или нет? А шо там? Я, кстати, снял, блядь, МТС. Это смысл? До сайта 1200. Токен. А у тебя десятки нету, Ваничелла. По-моему. А не, ровно десятка, все, вру, извини. Начислили. Блять, не, ну опять 11, не. Все, все, все. Ну, там на чистый день, я помню, было там просто девятка. Тупо два токена. Ну, за 20 тысяч. Два токена как бы нормально.